Всем доброго времени суток. Сегодня будем рассматривать очередной кран по добыче биткоин. Называется он FishBit. Я думаю, что уже многие догадались по оформлению, что это игровой кран. Ну, все, наверное, уже знают, как я отношусь к названию игровой кран. Тут, скорее всего, игра — это чистая формальность. Игрой здесь как бы и не пахнет. Но, тем не менее, будем относить к разряду игр этот кранчик, этот ресурс, хотя бы потому, что стилистика очень близка к таковой. Перейдем сразу же, наверное, к регистрации. Для того, чтобы зарегистрироваться, надо пройти по ссылке Sign Up. Кнопочку нажимаем Sign Up. Видим, вбить надо 4 поля. Это email, это ваш биткоин кошелек, пароль должны будете придумать. И тот, который пароль придумали, надо будет его повторить. После этого нажимаем клавишу создать аккаунт. И вы, в принципе, здесь зарегистрировались. Я же здесь уже зарегистрирован традиционно и возьму, авторизируюсь, перейдя уже в сам проект, и посмотрим, что надо делать, как тут можно зарабатывать эти самые сатоши и биткоины. Я нажимаю кнопку Sign In. Видим, здесь для авторизации надо вбить свой email, который вы указывали при регистрации, и пароль. Также для того, чтобы ресурс вас помнил, надо нажать. Ну, можете, в принципе, взять, поставить галочку Remember Me. Видим, у меня уже галочка стоит. Нажимаем кнопку после этого Sign In. Нас перебрасывает на личный кабинет, где, как и во многих играх, и в этой в том числе, предусмотрен бонус единоразовый каждый день. То есть, входя каждый день в эту игру, вы раз будете получать бонус. Первый день это 100 сатоши, второй день это плюс 200, третий день плюс 300, плюс 500, четвертый и пятый день дается вот эта чудесная супер игра с русалкой во главе. Так, для того, чтобы получить этот бонус, нам надо отгадать копчу. Копча здесь обычная рокопча. Нажимаем take. Итак, после этого мы переходим уже непосредственно к самой рыбалке. Что здесь есть? Здесь указывается в верхней части экрана. Есть такое поле, как количество заработанных сатоши. Видим, у меня 1072. Количество удочек. Это 5 забросов. У вас в общей сложности есть для того, чтобы попробовать. Вот на вот этом поле, видим, что оно ниже спускается, это поле. Но тут намного больше поплавков. И под этими поплавками есть тот или иной выигрыш. Это может быть любая цифра. То есть в зависимости от того, какой поплавок вы откроете, такое количество под ним и будет сатоши. Или же это может быть ботинок. То есть ботинок, вы понимаете, это ничего. То есть порванный тапок, который вы здесь можете отыскать под одним из поплавков, он не дает абсолютно ни одного сатоши. В общем, у вас есть 5 попыток, и каждая попытка потом восстанавливается по истечении около 3 минут. Видим, что сейчас таймер у меня на нулях, так как у меня полностью все 5 удочек светятся на экране, поэтому давайте начнем уже поднимать эти поплавки, поднимать удочки, подсекать рыбку. Давайте первым видим, рыбка раз. Я на фонарь нажимаю, абсолютно тут думать не надо, потому что мне кажется, что ну, если есть удача, то она есть, если ее нет, так в принципе пытаться тут какие-то схемы вырисовывать. Видим, что у меня осталось 2 заброса, после каждого подсекания, поднятия поплавка, открытие поплавка, у вас забирается по одной удочке. Давайте еще. Вот видим, вот так выглядит 0, когда вы попадаете на сектор ботинок. И последний, видите, 2 ботинка в конце. Не знаю, возможно, подтасовано, потому что когда я только начинал здесь играть, эти ботинки вообще не встречались. Сейчас их натыкали намного больше. Скорее всего, ребята понимают, что надо немножко в этом кране как-то меньше раздавать выигрышей этих самых сатоши. Итак, давайте посмотрим. Сейчас обновимся. Вот, мы обновились. И, как я и сказал, практически 3 минуты. Здесь не точно 3 минуты, 2,50 секунд всего лишь на восстановление каждой из удочек. Но, тем не менее, таймер запустился. И мне вот 2 с лишним минуты надо подождать, пока будет следующий заброс мне активирован. В принципе, все понятно. Не заходите дольше, ждете, пока восстанавливаются все удочки. Если вам не втерпешь, то ждете каждые 2 с лишним минуты для того, чтобы подсекать. Что касается вывода с этого ресурса, до сих пор я не понял, как выводить. В принципе, целесообразнее будет нажать на кошелек
или же на само число, количество сатоши заработано здесь. Но пока вот нажимаю на число, видите, оно якобы курсорчик меняется, но ничего не происходит. Если нажимаю на кошелечек, то перехожу на cash out, ничего абсолютно тоже тут не указывается, никаких, кроме вот этого набора каких-то текстов, которые я также переводил, здесь ни о чем не говорится, конкретно о выплатах ничего абсолютно ни слова не сказано. Поэтому только стоит догадываться, так как я еще отсюда ни разу ничего не выводил, только стоит догадываться о том, какое количество все-таки надо достичь, чтобы отсюда хотя бы попробовать первый раз вывести. Ребята, кто сталкивался с ресурсом Fishbit, пишите в комментариях, потому что в дальнейшем, ну, надеюсь, этот ролик будет каким-то толчковым, и вдруг, если он ни хрена не выплачивает, то люди, попавшие и посмотревшие этот ролик, поймут после того, как вы расскажете в комментариях, а я после этого поставлю баннер на экран о том, что ресурс не выплачивает, но это в случае, если будут негативные комментарии, конечно же. И тогда в дальнейшем уже никто с этим ресурсом иметь дело не будет. Пока просто я разберусь, пока я пойму, как здесь отсюда что выводить, это пройдет какое-то время, ваши комментарии все-таки намного быстрее и эффективнее могут сработать. Давайте поэтому избавим себя от ожидания и в конце концов от лишней траты времени. Так, видим, что у меня уже одна удочка засветилась, хотя, честно говоря, я еще те две с лишней минуты не подождал, просто несколько раз обновился и получилось так, что удочка уже у меня появилась. Не знаю, возможно, опять какая-то недоработка, или я просто за временем не следил, а те самые две минуты уже и прошли. Тем не менее, удочка есть, я могу попробовать еще раз закинуть, давайте еще раз посмотрим. Один, а, уже даже две. Вот, уже даже две, видите, я обновился, у меня уже две удочки. Ну, мистика какая-то, то есть это тоже ведет к таким каким-то подозрениям о том, что этот ресурс, возможно, не так прост, как кажется, и, скорее всего, является лохотроном. Поэтому, ребят, пишите комментарии, быстрее выведем этот ресурс на чистую воду, пройдем его и больше не будем возвращаться. Повесим баннер, комментарии все это дело подкрепят, и в будущем люди не будут просто заниматься ерундой на ресурсы Fishbit. Так, давайте к рефералке перейдем. Все-таки если ресурс выплачивает, то в дальнейшем людей есть смысл приглашать, это только если он выплачивает. Так, ребят, не пытайтесь обманывать, смысл обманывать, если в любом случае вы ни черта отсюда не получите. То есть вот тоже логика здесь должна присутствовать, а не просто так отснимать. Вот как многие, наверное, думают, он отснимает ролик, вешает реферальную ссылку. Я отснимаю ролик для того, чтобы показать ресурс. В комментариях, если вдруг я не успею раньше раздуплиться и понять, выплачивает этот ресурс или нет, вы в комментариях просто укажете, поможете мне, я повешу, сообщу, повешу баннер, сообщу, и будет все понятно. Абсолютно я с этого ресурса ничего не имею. Моя задача просто как можно чище сделать интернет и избавиться от всякого рода, блин, говнянных ресурсов. Я понимаю, что они растут как на дрожжах. Сегодня мы показали 2 говняных, а послезавтра выросло 15. Ну, тем не менее, хотя бы какую-то маленькую работу, ну, мы, я думаю, все вместе проделаем. Итак, есть реферальная ссылочка, сама реферальная программа здесь 20%. Ну, опять же, если ресурс будет выплачивать, то почему бы не приглашать сюда новых пользователей. Так, вот все, что, в принципе, я хотел сказать. Есть еще также настройки. В настройках вы можете изменить свой логин, пароль, кошелек и так далее. В принципе, неплохо, но тем не менее. Это только если этот ресурс работает и в дальнейшем будет приносить прибыль. И отсюда можно будет хотя бы что-то вывести. Хотя, в принципе, кого волнует хотя бы что-то. Отсюда надо выводить полностью все. Только тогда этот ресурс можно считать качественным и работоспособным. Давайте, у меня там две удочки, рыбок еще словлю, даже три удочки уже. Видите, что ресурс как-то нестабильно работает, время, таймер еще минута и больше до появления удочки, а после обновления она почему-то опять появляется. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать. Опять же таки, не забывайте комментировать, делитесь своим мнением по поводу ресурса Fishbit, пишите комментарии. Не забывайте подписываться на мой канал. Там уже не буду просить лайк, дизлайк. Это уже как вам будет угодно. Я вас не могу как-то заставить относиться ко мне или положительно, или отрицательно. То есть я пытаюсь сделать какую-то работу, а вы уже сами оцениваете, нужна она или не нужна. И это отображайте или в лайках, или в дизлайках. Итак, всем спасибо, кто досмотрел этот ролик до конца. Всем хороших заработков. Не попадайтесь на лохотроны. До новых встреч. Пока.